стартовом составе сегодня будет играть Леванте. Итак, состав. В обороне Робер Пир в паре с Касерес. Итак, состав Эспаньола. Диего Лопес в воротах. В обороне Серхи Гомес в паре с Леандро Кабрерой. И только один нападающий с первых минут — это Рауль Гомес. Ради этого мы сегодня здесь и собрались. Буквально несколько слов о комментаторах сегодня. Обошлось без сюрпризов, как ни странно, и для вас работают Константин Генич и Георгий Черданцев. Испанский чемпионат на ваших экранах — Ла Лига Сантандер. Это Леванте против Эспаньола. Самые долгие секунды сейчас остаются до начала игры, совсем немного, и эта игра обещает быть очень яркой. У хозяев очень большие проблемы с обороной. Они больше всех пропускают в лиге. К этой игре они подошли как худшая команда лиги по игре в обороне. Так себе достижение. Сюда, де Валенсия, домашний стадион Леванте из Валенсии. Это небольшой и достаточно скромный стадион. Он вмещает 25 тысяч зрителей, и только одна трибуна находится под крышей. Но, несмотря на это, на этом стадионе очень удобно смотреть футбол с любой трибуны. Вид на поле открывается отличный, как с верхних ярусов, так и с нижних. Вот так. Первый тайм начался. Перехватывает мяч соперник. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Аут будет. Есть! В штрафной адресат, и навес нужен. Мяч за пределами поля, будет удар от ворот.